Ты как мы влазили, ты храпсил? Как мы вылезли, ты храпсил? Я на этот дом, ты до мира иди на следующий тогда. Тут мне больше не забраться. А вон дальше-то крайние дома. Вот здесь, да? А, я вижу одного, слышишь? Вижу далеко? Одного. Лимузин поехал куда-то. Аккуратнее, Дамир, аккуратнее. Я присел. Я тут, не вижу. Ты что не дрейп тут иска, ребят? Тоже ID не вижу, так он и не вижу. Тихо, тихо. Сюда, сюда идет один. Спрятались, спрятались быстренько. Да никто не узнает, что это иска, ребят. Да. Да, Олег, присядь, Олег, присядь, Олег, присядь. Выхода у всех есть, они сейчас скажут наш любой ID иска. За мной хоп следить, мы давай деймить, и все. А, ну, ну блин, выхожу только. Видишь, мешает. А как они увидели? Мне кажется, как не увидели. Вообще, мед, да мы на крышу сейчас забрали. В смысле? Они а, сюда. Они сюда едут. Сука. Сиди, сидели. Так мы знаем, мы сегодня так же сидели с Дамиром. А вон, 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 ты, вон. Да? Ты нас тоже крупным планом возьми. Ну. Мы на синем, на синих крышах сидим вот здесь. Видишь? Я да. А вы сами так. А, вон, вижу, вижу. Роберта такая, мы тыковка торчит, блядь. Вот, рядом на, на соседнем доме. Тыковка такая. Просто смотрю, вдруг просто... они поедут там куда-нибудь. Что-нибудь важное делать. Вот, например, один уже уехал, а мы вот с ним. Да, он уехал, да. Неплохо а было бы еще слышать. А, нет, пока. А, это, короче, дежурных оставляют вот так вот, короче. И все. Я упал туда, да и все. Дырочку, блядь. Ай да, короче, взять. Прям. В их не. Вы... В смысле? А, ну у вас там сзади поехали. Хули, я не спалился, он взял в здание, зашел. Тихо, тихо. Тихо, да тихо, я на этом один. Доме. Тут есть где спрятаться в этой хате. Да, 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 да. Спортзал, спортзал, спортзал. Да, спортзал, забегай там за угол. Они же закружат. Пизда мне. Там дохуя их? Сейчас я аптечку возьму. Ну давай, давай. Заходит, зашел в здание один. Заходит. Зашел. Блять, я до машины побежал. Не выходи, не выходи. Че? А, ну понятно, понятно. Может колесо одно бомбануть и не. Да, не попадешь. Да, да, откуда он знает? А ты думаешь, он не знает? Что не знает? Уже выхаусик стоит. А, что? Ну вот да, вот. Да, да. Ну. Это, надо вторую машину, можно кого-нибудь пиздануть и попытать. В натуре! Так давайте кто-нибудь, релогайтесь кто-нибудь, набурить. Не-не-не, одной машины хватит, ты ему подождет. Я сейчас офуюсь тем более, слышишь, скоро. Вы там и вы попытаете по РП. Как мы делали в 90-х, помнишь, Олег? Как мы делали в 90-х, да, помню. Ну давайте, что это? Давай, ну вы, если выйдешь, убежишь, только присядь. Не, так ты оставайся там, чтобы с двух сторон... А? Мафия-то РПшные, они будут. Мафия. Надо только брать. Да, они его. Да, на какой-нибудь нормальный взять рано. То есть Климента, Локотель. Не-не-не, они стоят там, не выходи. У кого машина? Машина же у вас стоит там, да? Спалили, спалили. На гольф-клубе. С чего ты взял, что спалили? Я колесо прострелил мотоциклиста. Ну ты все обосрал, Дамир. Я сейчас могу снять одного, слышишь, снимать? Подожди, не, ну, подожди, не надо. Это респаун, не надо, не надо. Нет, это не респаун. Вон, видишь, а где тот сидит? Тихо-тихо, Робик, видишь, тот, который стоит на улице? На машине. Готов? Тихо-тихо-тихо.
Так вы в здании или не в здании? Я на крыше, ты не видишь меня, Олег? Робик, Робик. Выбегай и беги по это сразу направо. На парковке, видишь, стоит один? Они на парковке, пока а ты выбежать успеешь, если Робик. 50. Чего? А нет, он специально так делает. Он был на мотоцикле, он знает, что мы здесь, короче. Я дально... Где это? Давайте там? Вы выходите-то потихонечку. Я вообще на крыше, мне плевать. Он идет сюда, походу, слышишь? Вот этот в белой рубашке, его надо хапать, слышишь? А, ну они как бы вокруг тебя, да? Много их? Саша, да, выходи, выходи. Ты можешь убежать, они тебя дымят, там не буду, просто выпьют. Слышишь, слышишь, надо подлетать просто на адмирале и вот этого в рубашке, который закидывает, и уезжать. Давай я подлечу тогда на адмирале. А потому что другой машины нету. У кого адмирал? У меня. Вот катись. Ну там они вдвоем, ты понимаешь, вдвоем не важно. Они не успеют, мы его закинем быстренько, они даже не успеют. Да ты чё? Как ты его возьмешь? Ты будешь это делать? Мне взял. Охуенно, блядь, это тренировка на сотку просто. Они, походу, нас засекли, слышишь, потому что они вокруг дома тусят. По-любому, конечно. Наставил пистолет в лоб. Сука, сука, кстати, сука, дальность тренировки я увеличил, ФПС не упал. Нет, 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 не готов, подожди, подожди, ты, слышишь, Роберт, ты готов? Я в машине уже. Да, Дамир, 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 газуй туда быстренько, к забору подойди, чтобы помогать. У меня, я без машины, подожди, я без машины. Мне так куда подъехать? Понимаю. Машину куда подъехать? Ко входу. Какому? К главному входу главному. Этого. Там их трое, какой главному входу? Так мы... Да, и вы уедете, а мы вас прикроем, давай. Готовы все? Дамир, сюда быстрее, беги. Я на главном, я на главной улице, я на главном. Ну, я не знаю, их трое, я тут даже выехать как не смогу, понимаете? Блять, ты вышел, долбоёб. Всё, давай, давай, газуй, газуй. Газуй к нему. Вот бери в белый... Блять, похуй, ладно, бери этого. А? Чё? Давай вот, вот. Давай Олег, вот того туда бери. Зачем Олег, слазь? Мы их прикроем, потом они нас заберут. Садись, поехали. Все, это номер, поехали. Меня сейчас слышат, шамарнут. Да никто тебя не шамарнет, мы сейчас сверху, блядь, докроем их. Забирай кого-нибудь из них, блядь, валите. Тихо-тихо-тихо, смотри, смотри. Я в кустах сижу, бац. Буллет мимо меня проскакивает. Я не вижу тебя в каких-то кустах. А я прям в кустах, вот, где въезд. А, ну, где цветник, ну, иди к ним, подбегай. Чего забирай Робик, чего ты стоишь? Робик, я подбегаю, Робик, я подбегаю. А чё толку у тебя? Подбегай, но в натуре там. Я с ГМом, не ссы. И чё? Не ссы, я с ГМом. Чё ты с ним не забираешь никого? Вырвался. А кто в машине на заднем сиденье сидит? Сопрано. А. Дамир, греби кого-нибудь. Короче, слышишь, все их не РП понятно. Сэм, садись, сейчас мы их со снайпы поснимаем.